Театр погрузился во мрак. ЧП произошло вечером в субботу. Неожиданно, прямо во время спектакля «Девичник клуб» в драме погас свет. Такое в театре происходит впервые. Играть в темноте актерам, конечно, не представлялось возможным. Но администраторы театра не растерялись, сработали четко и быстро. Зритель был оповещен, и все сидели спокойно. Был предоставлен буфет. В конечном итоге света не было 30 минут. Но зритель никто не разошелся. После вынужденного получасового перерыва зрители досмотрели спектакль. Как выяснилось, причиной незапланированного антракта стала авария на линии электросетей. Без света в это же время оказались и жители десятка домов улиц Дзержинского, 3-го интернационала, Кулькова, Пушкина и Аблова.